всех приветствую. Вы это новый видео на нашем канале. Макара сегодня, к сожалению, рядом с нами не будет, но этот ролик будет достаточно очень интересным. Я думаю, всем он вам зайдет по одной прекрасной причине. Объясню, что будет происходить. Затрачу немного времени вашего. Такое то, что будет происходить в конце этого видео. И в истории этого канала вообще еще ни разу не было. Это с моим участием. Эти фрагменты были засняты. И они, скорее всего, будут связаны с теми событиями, которые рассказал Макар в предыдущем видео. Он рассказал, напомню вам, кто не смотрел, вкратце напомню, то, что Макар откопал разные руды в хранилище в земле, наверное, скорее всего, оставшиеся со Второй мировой войны, вообще, драгоценности. Это очень небольшой прорыв, и то фрагмент, буду создавать интрижку, что будет происходить в этом видео, будет связано с вот этим событием. Конечно, мы его немножко не совсем поймете связь, но в дальнейших видео вы все поймете. Желаю всем приятного просмотра. Всем пока.